обращению администрации Первого центра сети центра в целях демократичества данной проверки были приглашены общественные блогеры, представители Аткен, средства массовой информации. Ну, конечно, хочется отметить, что была полезная социальная работа, довольно-таки короткий срок. То есть мы показали все проектные документации, разработали проектно-сметная документация на те помещения, то есть на помещение технического этажа и минус второго этажа Восточный базар. Была смодернизирована пожарная установка автоматического пожаротушения, сигнализация, то есть фрегера, оросители. То есть большая работа проведена, и администрация показала всем, что о том, что именно главный проект.